9 ноября 83-летняя жительница Рассказово сообщила полицейским о том, что ей позвонил незнакомый мужчина и сказал, что ее дочь якобы совершила ДТП, и ей грозит уголовная ответственность. Чтобы этого не случилось, необходимо заплатить 1 миллион рублей. Спустя какое-то время домой приходит молодой человек, эти денежные средства передают ему, а в последующем он уже переводит деньги на подконтрольные счета. А мошенников, которые звонили, осуществляли звонки, оставляя тем самым свою курьерскую долю, которая может варьироваться от 10 до 20%. Злоумышленником оказался 22-летний житель Московской области. При нем полицейские нашли часть похищенных денег. В этот день мошенник успел ограбить по отработанной схеме, сообщая о ДТП с родственниками трех пожилых тамбовчанок. Общая сумма, которую он забрал у тамбовских пенсионеров, составляет 1 миллион 950 тысяч рублей. По данному факту возбуждено сразу три уголовных дела. Отрабатывается его причастность к другим подобным преступлениям.